Благотворительный марафон в поддержку Тани Швырёвой продолжается. На лечение и реабилитацию семьи девочки нужны средства. В августе Таня попала под колеса машины. В одном из ночных клубов областного центра прошла благотворительная вечеринка. Неравнодушные к судьбе Тани люди решили организовать неформатное мероприятие «Битву диджеев», чтобы привлечь как можно больше молодежи. Диджеи сами откликнулись на наш уже призыв, в свою очередь, помочь Тане отыграть свои сеты. И деньги тоже пойдут на лечение, на реабилитацию девочки. Неделю назад в поддержку Тани Швырёвой был организован благотворительный концерт. На сцене городского центра культуры и отдыха выступили творческие коллективы. Тогда было продано около 600 билетов. Деньги сразу же были переданы родителям девочки на лечение и реабилитацию. Мы считаем, что та сумма, которую мы собрали, так или иначе поможет Тане. Но главное, что какая у нас была цель этого концерта, это поддержать Таню морально. У нас был телемост с ней, то есть она могла нас видеть, мы могли ее видеть. Она видела весь зал, всех выступающих, тех, кто пришел, тех, кого нам удалось собрать. И главное, она получила эту подпитку, что она здесь не одна, что у нее целый вот мир знакомых, которые могут ей помочь, поддержать ее, увидеть ее, желают ей всего самого наилучшего. Собранных средств пока недостаточно, поэтому организаторы благотворительного марафона решили устроить еще одно мероприятие. Целую ночь танцпол зажигали диджеи из Иваново и Костромы. Их мастерство оценивал автор и исполнитель электронной музыки диджей Закир. Для победителя был даже учрежден специальный кубок. Но в этой битве победа не главная. Диджеи тоже люди, и на такие вещи все равно находить время и более к этому открытому быть, потому что благотворительность и помощь в таких ситуациях очень важна. Каждому участнику битвы диджеев отводилось по 20 минут. Жюри оценивало отбор музыкального материала, технику сведения и мелодичность получившихся миксов. Начинающий диджей DreamMind из Иваново заводил молодежь под музыку в стиле прогрессив хаус. Безусловно, вся эта битва лишь повод, чтобы поддержать и набрать средства для девушки, попавшей в аварию. Никакой битвы как таковой между нами нет, конкуренции. Гримерки царит, дружеская обстановка, все знакомятся. Ну а битва – это лишь повод набраться нам опыта. Организаторы благотворительного марафона планируют провести еще несколько подобных мероприятий в поддержку Тани Швырёвой. Ведь каждый проданный билет увеличивает шансы Тани снова встать на ноги.